Константин Ивлев еще в прошлом году заявлял о том, что обязательно женится на любимой девушке Валерии Худенковой. Шеф-повар сдержал слово, и в феврале пара сыграла свадьбу, а сейчас стало известно, что они обвенчались. Интересно, что влюбленным удалось сохранить это в тайне. Они щедро делились с публикой кадрами из ЗАГСа, а также большим торжеством, которое прошло на родине Валерии в Тамане. Но ранее они не говорили о том, что обвенчались на следующий день после свадьбы. Все прошло именно так, как мы себе представляли. Как говорится, фирма веников не вяжет, а если вяжет, то только фирменные. В первый день мы обвенчались, на церемонии присутствовали только самые близкие люди, никаких камер, ничего. После этого поехали к гостям, которые встречали нас по всем казачьим традициям, признался шеф-повар Ивлев. 47-летний Константин и его супруга сейчас отдыхают на Мальдивах. Пара показывает фотографии красивых пляжей и чистых бухт. Они не скрывают, что следующий этап – совместный ребенок. К слову, для Валерии, которая младше Ивлева на 19 лет, этот брак стал первым, а для Константина – вторым.